Пара-п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 а. Так, ребята, я тут самый главный охранник этой лаборатории. Никто, ни одна марионетка или Фредди ФНАФ не пройдет в лабораторию. Ого, смотрите, смотрите. Это, короче, это Шкалянский. У нас, короче, сегодня миссия пробраться к нему в лабораторию и это... Стырить что-нибудь секретное так-так. Это он нубик ходит такой. Так, я кого-то слышу, по-моему. Тут пробрался аниматроник. Аня показалась. А ну-ка, стоямба. Прямо сейчас ставь лайк. Или аниматроники придут к тебе ночью. А еще подписывайся на канал и пиши в комментариях, как зовут этого аниматроника. Так. Я кого-то слышал? Ой, а кто? Кто это был? Так, ребята, кто это был там такой? Подождите, мне показалось, или там реально кто-то был? Пам-п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 ам. Ты че? Пожи, пам-пам-пам-пам. Ты кто такой вообще? Ты что тут делаешь? Я тебя не звал, а ну вали отсюда. Пожи, я маленький аниматроник, зашел сюда потусить, а ты че? Нубик. Так, подожди, стоямба, подожди. Это запрещенная лаборатория Евгена Бро. Понятно тебе? Ты какой-то страшный чувачок. Смотри, тут тебе запрещено находиться. Поэтому ты сейчас повернись вот так вот в ту сторону. Так, повернись, давай, вот так, давай, повернись. Так. И вали вот так вот туда. Давай, да, давай, да, давай. Пожи, пам, пожи, иди сюда. Чё, что ты хочешь от меня? Иди сюда, так, нубик. Я охранник, я на должность, мне нельзя. Так, подожди, так, ну-ка. Ой, слышь, ух ты, блин. Я еще и на мусоре видел, да? Ты чё там на... Ты че еще и на мусоре? Ах ты! А догони меня, догони, так, да? Блин, я потерял его, так. Где он бегает? Ух ты, марионетка какая-то. Опа. Так, ты как? Так, все, блин. А я быстрее тебя бегаю. Так, все, сейчас артиллерию тяжелую подгоняю, так, золотые яблочки. Ладно, все. Ладно, ухожу, пожи. Я сейчас золотыми яблочками завалю, слышишь? Пожи, на тебя. Еще и мусор. Ах ты, еще и мусоришь? Да пожи, давай заденсим. А, ну ладно, давай, да, давай. Как, ты не против? Да не, может, в принципе, почему бы и нет. Все, ну-ка. Тихо, подожди. Тихо. А, ты пятюню даешь, на. А, да, давай. Все, мы с тобой друзья. Да, блин, нормально подесили, но нет, тебе все равно. Не, все, ну-ка, а что ты? Блин, ты куда пробежал? Ух ты, блин, ты что, ты офигел надо бегать, а? Ой, ты что выкинул? Ах ты, мусоришь тут, не мусори, ты что бутылками кидаешься? Ну-ка, что ты? А если кто-то наступит на стекло, ты что, совсем что ли? Так ты нубик, ты не думай, ты не рассуждай, так ты. Так, слышишь, ты кого нубиком назвал? Я тут самый профессиональный профессионал в этой игре. Все, потерял. Блин, я потерял его, ребята, блин, что не... Напишите в комментарии, где он, куда он делся, а то... Так, куда он делся? Так. А, блин, а реально, кстати, где он? Не, ребята, подождите, а где он? Наверх, что ли, побежал? Блин. А, блин. Вот ты где? Ах ты! Все, тебе хана, дядя, ну все. Ну тихо, это, паем. Что ты хочешь, блин, так все, тебе хана, я тебе отвечаю, все, я сейчас тебе... Так, иди сюда. Сейчас меня не найдет, все заныкали. Так, блин, ребята, потеряли его. Так, где он, а? Так, сейчас понюху, так. Так... Тык. Пам-пам-пам. Тык. А вот ты где? Ты сейчас... Так, все. Так, слышишь, ты марионетка, короче, вызываю тебя на рэп-баттл, понятно? Ну-ка, давай. Так, готов? Давай побаттлимся с тобой. Давай, Оксимирон против Дизастер. Давай. Ну-ка, давай. Короче,
Ты фигня, не умеешь нифига, Евген придет, тебе одно место надерет. Да-да-да. По морде надает. Ах ты, тебе твой раунд, давай. Все, я не буду считать. Пошумим, а? Пошумим, не-не-не, все, давай, ну-ка, давай, подожди, пойм. Так, ну-ка, иди сюда, алло. Не, нет, тут, короче, ой, я сейчас эволюционирую, я чувствую эволюцию. Ты что, куда эволюционировать тебе? Ты что, офигел? А тут запрещено эволюционировать, ты что? Эволюционирую, ну все, паем. Ты что эволюционировал в огненного какого-то марионетку? Ты да, огненный марионетус, теперь ты ко мне не подойдешь. Ты сам в огонь себя загнал, ты теперь ко мне не подойдешь. Чувачок, ты в огне, ты загнал себя в огонь, чувачок. Ах ты, как ты вы... А, все, видишь, ты горишь. Ой, блин, я тоже горю. Ты зачем нас тут поджег двоих? Ты че? Ты че, глупыш? Ты че нас поджег? Я не дам тебе, короче, подойти ко мне. Оп. Да мне пофиг, у меня золотые яблочки. А у тебя золотые яблочки есть, а? Ага. Все, ну-ка, а я, видишь, не горю? Блин, а я горю, да все. Ну ты вообще, конечно. Стой! Ну-ка, стоям бы. Блин, я похоже, ребят, у меня яблочки золотые закончились. Оу, щит! Нет! Так, блин, нужно сваливать быстрее, ребята, ага, быстрее. Неплохо, Шкалянского тут, ну-ка. Так. Вот сейчас блин. Еще жестче эволюционируем, ну-ка сейчас. Блин, ты что, офигел еще жестче эволюционировал? Ты что там офигел, ё-моё, а? Ты что, кого там эволюционировал? Ты что там, это, эволюционировал в супермарионетку или что? Ну-ка, ты где? Офигеть, в кого он эволюционировал, ребята, посмотрите на него, он стал каким-то, не знаю, что с тобой? Ой, ты что взрываешься? Ты куда улетел? Бабах, Валера. Валера, ты куда улетел? Алло. Желейный медведь, Валера, ты куда улетаешь? Ну-ка, я задри. Так, все, запрещен к тебе вход, уйди. Все. Ай, блин, ты... капец, ребята, он какой-то жесткий стал, летать начал, блин, все, ребята. Летающая марионетка, все, это высшая, короче, эволюция марионеток. Блин, ребята, он похоже, все, мне хана, капец. Ай-яй-яй, тихо, ребят, лайки поставьте прямо сейчас, чтобы он меня не сжег, блин. Ну-ка, капец, давайте, да, лайк поставьте, может быть, Шкалянский справится. Смотрите, какой он крутой стал, теперь он летает, короче, в какой-то крутой броне, еще и прыгает, и взрывает, и огнем все сжигает. Ребята, в кого он эволюционировал-то вообще? Ну-ка, а где Шкалянский? Так, офигеть, а ну-ка иди сюда, там смотри, тут лава, видишь, лава. Все, я понял, где ты, да, сейчас. Где? Потерял меня, да? Все, тебе хана. Не-не-не, ну-ка, дождину сможешь там рубануть? Да? А, ну, в принципе, в мои полномочия это входит. Ну-ка, давай. Так, ну, все, давай, а ты где? Ой, а опа! Ты меня отвлекал, да? Да, это отвлекающий маневр был. Ах ты, блин, вообще, конечно. Слушай, смотри, какой марионетка крутой. Смотри, смотришь? Да, смотрю. Ты чё взорвал-то? О, офигеть, а что это такое? Там подземелье какое-то, ребята, посмотри. Ай, блин, да не поджигай меня, ты чё, офигел? Так, все, я, короче, а я набираю. Стоямба. Я набираю Евгена Брос, слышишь, ты, все. Ну-ка, давай. Ну-ка, давай, набирай. Все, тебе хана. Так, сейчас, понял, я сейчас я буду звонить тебе по мобильнику. Ну, да, давай. Так, давай, короче, давай. Так, Евген Брос, здравствуй. Да не зажигай меня, блин, ты чё? Так, Евген Бро, алло, короче, тут пришел марионетка. Шкалянский, он что сжигает, марионетка пришел, короче, помогай, братан. Короче, это, все, бери секретное оружие там, биту и все. Да, и что, битой можно? Да я его вроде бил, вон, не, ничего. Да не, ты сможешь, короче. Сможешь. Да, ну надо поставить. И лайки, чтобы поставили. Ну все, давай, конец связи. Так, блин, а сколько лайков надо, Евген, подожди, сколько лайков? 10 тысяч. Так, ребята, 10 тысяч надо на канале Евгена и на моем канале набрать, и там, 10 тысяч лайков, и тогда, ребята, что, мы сможем победить этого марионетку, да? Да, все, так конец все, связи. Евген, давай, конец связи, Евген, давай, удачи, наберешь. Так, Шкалянский. Слышь, марионетка, короче, мне Евген сказал, что вот эта бита сейчас тебе ляет, понял ты? Ты какашечка. Ну-ка, давай. Так, а ну-ка, иди сюда. А лайк-то не поставили, бита-то не заряжена. А, блин, точно. Так, ребята, давайте так, вы лайк поставили? Давайте, прямо сейчас нужно поставить лайк, и тогда я смогу битой прогнать от этого марионетку. Ребята, давайте, смотрите, видите, я горю, у меня пуканчик подгорел. Но, ребята, я смогу его прогнать, поэтому прямо сейчас лайк поставьте. Поставили? Так, слышишь, марионетка, а ну проверь, поставили там? Ну-ка, сейчас посмотрю, так. Я тут смотри, сосны как поджигают, смотри. Да я вижу, ты что, офигел там сжигать все? Так, вроде поставили, да? Сейчас, он там еще не поставили, там кто-то он ест, короче, кто ест, приятного аппетита, и сейчас он там доест и лайк поставит. Так, он прямо сейчас должен, так, все, он поставил, все, да? Все, да, поставил. Ой, а зря он поставил, сейчас залетит, ты заряжен. О, все, тебе хана, дядя, ой, блин, ты что меня взорвал? Так, ну что, дядя, тебе хана, я ну-ка, тикаем, ты как, так. Так, сейчас тебя битой погоню, так, а ну-ка, валяй. Так, ну-ка. Ах ты что взрываешь там? А ну-ка, блин, так, все, улетаем. Ребята, он все взрывает, я тут могу в яму провалиться, офигеть, вообще. Так, ну все, дядя. Ладно, все, я улетаю, короче. Он куда-то пропал. Так, а ну иди сюда. Так, блин,
Все, тебе хана, дядя, ты где? Ладно, давай вали отсюда, слышишь ты, вали и не возвращайся, понятно? Все, я победил тебя, а ты... Все, отстой. Ну, ёпарасты, ну, в общем, все, давайте ставьте лайки, и тогда Мариенко вернется. Или какой-нибудь другой аниматроник и накажет Шкалянского. Все, давайте. И, ребята, ставьте лайки за то, что Евген Брона помог прогнать этого марионетку. Все, ребята, с вами был Школьник и Марионетка. Всем пока-пока. Да, всем пока-пока. Все нормально?